за буквально такой короткий срок, за 3 месяца, прошли курс Утудуна. Вот, и за эти 3 месяца они научились петь протяжную песню Утудун. Да? Но не только, конечно же, поют Утудун, но и калмыцкие домовые песни. Вот этот наш проект «Песня длиной жизни» уже существует 3 года. Начинали мы в 2020 году с Бертой Борисовной и сняли документальный фильм. И на протяжении вот этих 3 лет мы каждый год, в год 1 раз у нас проходит курс. И поэтому мы набираем людей, которые абсолютно не могут петь, но есть желание. И вот я учу их, и поэтому сегодня вы сами все наглядно увидите. И еще хотела сказать, что Утудун доехал до 1-го канала. В прошлом году мы выступали на 1-м канале. И поэтому и хотелось бы, конечно, поблагодарить своих участников и сказать, что не волнуйтесь, все равно вы самые лучшие для меня. Вернее, всегда все нырло. Chance them go.
Спасибо вам большое за то, что вы для нас уделили время, во-первых, да, и провели такой большой ценный урок. И я думаю, для каждого из нас это останется на память на всю жизнь. Хочу поблагодарить Ирвену Семеновну за то, что смогла раскрыть, преобразить каждый голос, каждую нашу душу, вложив свою частичку души каждого участника. Я